Министерство иностранных дел Беларуси просит наших граждан, которые находятся во Франции, выйти на связь с родственниками. На консульском учете состоят более 6 тысяч белорусов, живущих в этой стране. Однако сейчас их может быть больше. Многие находятся по делам бизнеса или в турпоездках. По оценкам белорусского посольства, во Франции в год страну посещают более 20 тысяч наших сограждан. Сегодня днем в официальном твиттере внешнеполитического ведомства Беларуси появилась информация о том, что среди пострадавших может быть гражданин нашей страны. Эту информацию прокомментировали в белорусском посольстве в Париже. Была одна ситуация, связанная с гражданином Беларуси, который присутствовал на этом концерте, но через его родственников, через Министерство иностранных дел Беларуси нам удалось установить с ним контакт, и выяснилась информация о том, что он находится в настоящий момент в безопасности. Уже сегодня ночью мы организовали дежурство в посольстве Беларуси в Париже. Мы открыли горячую линию, на которую могут позвонить все граждане нашей страны, которые находятся сейчас во Франции, особенно в столице этой страны. Мы готовы оказать любую помощь. Мы установили связь с антикризисным центром МВД Франции, который создан в связи с чрезвычайным положением. На настоящее время мы не располагаем информацией о пострадавших гражданах Республики Беларусь. Номер горячей линии посольства Беларуси во Франции сейчас вы видите на своих экранах. По нему могут обратиться наши соотечественники, которые находятся во Франции. Также принимаются звонки из Беларуси от тех, кто не может выйти на связь со своими родными. Второй номер телефона – горячая линия полиции. Она создана специально для иностранных туристов.